Китай и Казахстан в 2022 году отметили 30 лет установления дипломатических отношений. А с 2012 года страны являются вечными всеобъемлющими стратегическими партнерами. Этот формат отношений несет пользу народам обеих стран, подчеркнул посол ГНР в Казахстане Джан Сяо. Действительно, в 2019 году мы вышли на беспрецедентно высокий уровень наших взаимоотношений. Это вечное всестороннее стратегическое партнерство. Это высокий уровень, статус взаимоотношений. Он не только беспрецедентно в двусторонних отношениях, это также беспрецедентно в китайской дипломатической практике. Это, во-первых, говорит о том, что мы действительно вышли на самый высокий за всю историю взаимоотношений, уровень взаимоотношений, взаимопонимания, взаимодоверия. Да? С другой стороны, это также говорит о том, что мы на самом деле, наших отношений, это эталон межгосударственных отношений в мире сегодня. Я считаю, что вот это вечное, всестороннее, да, всеобъемлющее стратегическое партнерство, он уже приносил нашим странам, нашим народам большие успехи, реальные выгоды, но и принесет еще больше. Иными словами, нас ожидает светлое будущее наших двусторонних отношений.